При разрешении некоторых физиологических проблем роль нервного и гуморального факторов являлась неопределенной, так как по условиям эксперимента каждый из них оценивался изолированно. Неразделившиеся близнецы по своим исключительным физиологическим свойствам являются редчайшим объектом для решения спорных вопросов о регуляции функций организма, в которых соотношение нервных и гуморальных механизмов представлялось наиболее сложным. Имеющееся в мировой литературе немногочисленное описание неразделившихся близнецов касается преимущественно их внешнего и анатомического строения, поскольку большинство из них рождались мертвыми. В 1937 году в одном из родильных домов Советского Союза родились близнецы Ира и Галя, которые прожили 1 год 22 дня. Анатомофизиологические особенности близнецов были изучены еще при их жизни. На рентгеновском снимке видны два позвоночника. Ковчиковые разделы позвоночников срослись между собой, однако спинномозговые каналы остались изолированными. Соответственно, строению позвоночных каналов нервная система близнецов полностью разделена друг от друга. Вместе сращения нервные корешки внутренних сторон позвоночника объединяются в рудиментарном хвостике. Эти нервы, не имеющие зоны иннервации ввиду отсутствия двух конечностей, значительно тоньше нервов наружной стороны. Микроскопические исследования, проведенные Рампаном, показали, что сегменты шейного и грудного отделов имеют нормальное строение. В поясничном отделе спинного мозга серое вещество передних рогов, которое соответствует отсутствующим конечностям, недоразвито. Количество ганглиозных элементов в этих частях спинного мозга ограничено. В противоположность нервной системе кровообращение близнецов было обобщенным. Кровь одного ребенка могла свободно переходить к другому, что заметно было уже на венозной сети кожи живота. Общность кровеносного русла помимо кожно-венозной системы наблюдается также в системе брюшных аорт, где имелись непосредственные артериальные анастомозы. Посмертное вскрытие, проведенное профессором Шангиной, показало тесную сосудистую связь почти на всех сосудах внутренностей. Например, вены двух кишечников объединяются, и смешанная кровь по раздельным воротным венам направляется в печень. В 1950 году родилась другая пара неразделившихся близнецов, Маша и Даша. Они имели два туловища, четыре руки. У близнецов две нормальных ноги и третья нога, образованная из двух. У этих девочек рентгеноскопия также показала наличие двух абсолютно раздельных позвоночников, вплоть до копчиковых костей.
спинномозговые каналы у них тоже изолированы. Нервная система у этой пары близнецов была также разделена соответственно расположению спинномозговых каналов. Иннервация ручек и нормальных ножек соответствовала обычным нормальным анатомическим соотношениям. Иннервация сросшейся ножки разделена. Нервы к ней поступают от спинного мозга той и другой девочки. Кровообращение у второй пары близнецов Маши и Даши, подобно кровообращению у Иры и Гали, было обобщенным. Анастомозирование венозной сети также можно наблюдать на коже живота. Быстрота перехода крови от одного ребенка к другому была определена с помощью глюкозной нагрузки, проведенной у обеих пар близнецов. Определяется количество сахара до нагрузки. В локтевую вену Иры вводится 100 мл раствора глюкозы. Ко второй минуте после инъекции содержание сахара в крови достигало высоких цифр у обеих девочек. Принципиально такие же результаты были получены при глюкозной нагрузке и у близнецов Маши и Даши. Дополнительно у Маши и Даши были проведены исследования с помощью радиоактивного йода. После приема Машей радиоактивного йода поглощение йода щитовидными железами у обеих девочек наступило через 10 минут. Это указывает на тесное гуморальное взаимодействие между организмами обоих близнецов и что практически в норме все вещества равномерно распределены в обобщенном кровотоке. У обеих пар близнецов изучали степень и границы изолированности рецепторных областей. Легкое раздражение области иннервации на 1 см от пупка в сторону Иры вызывает реакции только с ее стороны. Такое же раздражение на 1 сантиметр от пупка в сторону Гали вызывает реакцию только у Гали. Это показывает, что средние линии кожи представляют собой точную границу иннервации заднекорешковыми волокнами из того и другого спинного мозга. С лечебными целями проводилась инъекция лекарственных веществ. На укол реагировала плачем только та девочка, в ножку которой делалась инъекция. Другая девочка оставалась спокойной. Это наблюдение не согласуется с теорией гуморальной природы болевых факторов. Наряду с раздельностью чувствительных зон были разделены и эффекторные мышечные аппараты. Каждая девочка могла произвольно управлять только одной своей ножкой. У второй пары близнецов наблюдалась также полная изолированность рецепторных областей. При легком раздражении около пупка в сторону Маши плакала только Маша. Раздражение кожи около пупка в сторону Даши вызывал плач только у Даши. Ножки также принадлежали одна Даше, другая Маша. Нервы в третьей ножке проходили параллельно и не анастомозировались. Наблюдения над обеими парами близнецов позволили установить значительное сходство в их физиологических функциях.
полная изолированность нервного аппарата и общность гуморальных связей определили собой все различия в поведении и реактивности организмов-близнецов. Проведенные в совершенно одинаковых условиях среды и режима, показали не одинаковые темпы развития близнецов в их поведении, становлении статических и моторных функций, а также выработки условных рефлексов. По своему физическому состоянию Ира и Галя мало отличались друг от друга, но Ира обгоняла в своем нервно-психическом развитии. Она первой начала садиться. Улыбаться стала первой тоже Ира. В поведении Даши и Маши также замечается индивидуальное развитие. В первые месяцы их жизни это различие было мало выражено. В возрасте 3 месяцев обе девочки не могли держать головки. Но фиксирование предмета в этом возрасте ярче выражено у Маши. Она самостоятельно захватывает игрушку. Однако в дальнейшем, вследствие быстрой утомляемости, Маша стала отставать в развитии от Даши. В 1.5 года Даша безошибочно выполняла элементарные задания, охотно поднимала ножку, когда надевали носок. Маша просьбу не выполняла, ее отвлекала окружающая обстановка. Общей ножкой двигала больше Даша и по просьбе поднимала ее. Возрастом детей задания усложнились. Выявлялось отношение близнецов к различным предметам. Маша могла без протеста расставаться с игрушками и другими вещами. В ответ на просьбу она сразу же отдает ложку и быстро переключает свое внимание на другие предметы. У Даши резко выражена активно-оборонительная реакция. Она не выполняет просьбу, и ложка остается в ее руках. Такая же реакция появляется у Маши, когда ей дают сладости. Печенье она очень любит и неохотно с ним расстается. В возрасте 2 лет Даша приобрела первые трудовые навыки. Стала самостоятельно надевать на ногу чулок. Машу трудно заставить взять чулок в руку. Она делает неудачную попытку одеть чулок.
а затем избавляется от него. В более старшем возрасте дифференцированные движения наиболее четко выполнялись Дашей. Она быстро и умело развертывает конфету. Маша даже и не пытается развернуть свою конфету. Даша быстро складывает кубики. Маша охотнее разрушает сооружение и не делает попыток построить что-нибудь сама. Различия нервно-психических реакций подтвердились и в лабораторных условиях. Вырабатываются двигательные условные рефлексы. Исследования проводились Алексеевой, Крючковой и Островской. Дети на слово «нажми» должны рукой нажать на резиновый баллон. Слово «нажми» предшествует условные сигналы «звонок» и «свет». Если девочки нажимают на баллон при одном действии звонка или света, считается, что условный рефлекс образован. Дается звонок. Нажимает баллон первый Даша. Верхняя кривая. Вторая линия — отметка движений Маши. Сигнал «свет». Первая отвечает на раздражитель Даша. Верхняя запись. Снова сигнал. Опять первый нажимает Даша. Маша устала. Бросила баллон и не хочет больше работать. Тогда задание разнообразится. Оба баллона в руках Маши. Сигнал. Даша вырывает свой баллон, нажимает. Следовательно, Даша быстрее выработала условный рефлекс. В результате сопоставления поведения детей с характером условно-рефлекторной деятельности можно сделать вывод, что по характеру высшей нервной деятельности близнецы заметно отличались друг от друга, то есть каждая из них имела свои типологические особенности. Раздельность нервных систем и общность кровообращения у близнецов дали возможность выявить роль нервного и гуморального факторов в возникновении сна. Большей частью сон девочек был одновременным. Однако они могли спать порознь. И эти противоположные физиологические состояния, сон одной и бодрствование другой, могли продолжаться длительное время, до 2 часов и более. У первой пары близнецов Иры Гали состояние сна и бодрствования протекали также одновременно, и раздельно. Ира спит, Галя бодрствует. Галя спит, Ира бодрствует.
Галя смеется, Ира спит. Все вегетативные показатели во время сна и бодрствования изменялись соответственно состоянию каждого ребенка. Во время одновременного сна дыхание у близнецов синхронно. При раздельном сне соответственно меняла запись пневмограммы. Дыхание у бодрствующего ребенка всегда было энергичнее, то есть глубже и чаще. Ритм сердечной деятельности у бодрствующего ребенка был учащенным, отдельные зубцы электрокардиограммы увеличенными по сравнению со спящим ребенком. С возрастом детей сон и бодрствование у них продолжали быть самостоятельными актами у каждого ребенка. Девочкам исполнилось 5 лет. По условиям одинакового режима, большей части дети спали одновременно. В этих случаях сон наступал по принципу условных рефлексов. Когда один ребенок успокаивался, то это успокоение являлось условным сигналом для другого ребенка, и он также засыпал. Одновременно сосуществование двух состояний сна и бодрствования при обобщенном кровотоке и раздельных нервных системах является прямым доказательством решающего значения нервной системы в развитии сна, что говорит против гуморальной теории сна. Нервных и гуморальных факторов пищевого возбуждения. Наличие раздельных желудков у близнецов создавало все условия для нормального питания каждого ребенка. Желудочное пищеварение происходило раздельно, так же как и переваривание в 12-перстной кишке, однако всасывающие пищеварительные соки попадали в общий кровоток. На основе этих анатомофизиологических особенностей были проведены наблюдения за пищевой возбудимостью у близнецов. В первом полугодии жизни дети получали пищу через каждые 2-3 часа. Их всегда кормили одновременно и одинаковыми порциями. Каждая девочка выпивала до 75 мл молока за прием. Изучение пищевой возбудимости проводилось путем раздельного кормления одного из близнецов. У ребенка, не получавшего пищу, изучался сахар крови и состав желудочного сока. Исследование заключалось в том, что одного ребенка кормили, а другая девочка пищу не получала. Такие же исследования проводились и на первой паре близнецов Ире и Гале. Показывается количество молока,
выпиваемого каждой из девочек в одно кормление. В следующий срок Галя молока не получала. На схеме это показано черточкой. После двух пропусков обнаруживается, что Галя выпивает большее количество молока. Подобные результаты были получены на близнецах Маша-Даша. После двух пропусков кормления Даша выпивает молока значительно больше обычной порции, чем при регулярном кормлении. Выраженное пищевое возбуждение в первый год жизни наблюдалось как при раздельных приемах пищи, так и совместных. Пищевое возбуждение у ребенка, не получающего пищу, усиливается такими условно-рефлекторными раздражителями, как приготовление к приему пищи и еда второго ребенка. Только с развитием речевого общения изменяется поведение детей при приеме пищи. Для доказательства, что продукты переваривания пищевых веществ попадают в общий кровоток, исследовался желудочный сок. Изучался состав желудочного сока у Маши и Даши, взятый у них натощак. Желудочный сок и его активность совпадали у обеих девочек. Когда кормили одну из девочек, то у голодного ребенка наблюдалось двухфазное изменение количества желудочного сока и его кислотности. Первое увеличение совпадает с нервно-психической фазой, второе увеличение с нервно-химической фазой. При изолированном кормлении одной девочки у ребенка, не получающего пищи, также увеличивается количество желудочного сока и его кислотность как в первую нервную фазу, так и во вторую химическую. Изучение пищевой возбудимости, проведенное путем изолированного кормления одного из детей с одновременным исследованием желудочного сока у ребенка, не получающего пищу, показало, что пищевое возбуждение у него не снижается при кормлении другого.
Эти наблюдения указывают на ведущую роль рецепторов языка и пищеварительного тракта в регуляции деятельности пищевого центра, то есть в состоянии аппетита и насыщения. Сравнительная характеристика патологических состояний близнецов. Были проведены наблюдения по изучению патологических реакций у близнецов, которые выявили значение нервного или гуморального фактора в процессах терморегуляции организма. Значение температуры крови в терморегуляции может быть определено только в исследованиях на неразделившихся близнецах, у которых, как мы указывали, кровоток настолько обобщен, что физико-химические изменения крови через короткий срок 1-2 минуты одновременно обнаруживаются у обеих девочек. В обычных, нормальных условиях температура тела у близнецов в подмышечной впадине и симметричных участках кожи в пределах физиологических колебаний. Например, у Даши 36,7, у Маши 36,6. В течение первого года жизни детей при одновременных заболеваниях температура повышалась у обеих девочек одновременно. Синхронность температуры тела наблюдалась также и при явно раздельных заболеваниях детей. В возрасте 3 месяцев у Маши диагностировали острое воспаление правого среднего уха. Даша была здорова, однако температура повысилась у обеих девочек и держалась в течение 8 дней. С возрастом характер температурной реакции при патологических состояниях изменяется. При раздельных заболеваниях температура тела не совпадает. В возрасте 2 лет заболевает Маша. У нее температура повышается до 39 градусов. У Даши не превышает 37,2. В возрасте 3 лет Маша заболела левосторонней пневмонией. У Даши признаков заболевания не обнаружено. У Маши температура повысилась до 39 градусов. У Даши температура не поднималась свыше 37 градусов. Измерялась также температура кожи одновременно у обеих девочек как в нормальных условиях, так и при заболевании. Кожная температура соответствовала показаниям температуры тела. Это указывает, что терморегуляционные механизмы совершенствуются соответственно возрасту детей, и что температура крови не имеет решающего значения для уровня температуры тела. Наблюдения, проведенные на неразделившихся близнецах, приводят к выводу, что процессы сна, болезни, голода и насыщения развиваются под доминирующим влиянием нервной системы. С раннего возраста в развитии моторных актов у Даши и Маши выявились индивидуальные особенности. Держать головку вертикально первой стала Маша. У Даши она держится недостаточно устойчиво. Общая двигательная активность в виде качательных движений туловища наиболее ярко проявилась у Даши. Садиться самостоятельно первой стала Даша. В это время Маша не делает даже попыток сесть. Когда дети начали ползать,
что инициативу в передвижении по манежу всегда брала на себя Даша. Координация движений начала проявляться в 2,5 года. К 5 годам девочки начинают самостоятельно вставать в кроватке. И продолжительное время могут находиться в вертикальном положении. Первые попытки к передвижению были неудачны. Раздельная иннервация ножек не могла обеспечить их координированных соотношений. Становление акта ходьбы представляет большой интерес в научном отношении, так как он должен быть осуществлен 2 индивидуально разделенными организмами, каждый из которых может использовать для этого акта 1 принадлежащую ему ногу. Чтобы обучить близнецов сложному для них акту ходьбы и выработать координацию движений конечностей, подобной реципрокной координации у нормального человека, в Центральном институте протезирования и протезостроения с ними проводила сложная и упорная работа по развитию их моторики. Езда на велосипеде, требующая согласованного нажатия на педали, способствовала выработке координации движений между 2 изолированными нервными системами. Занятие на шведской стенке также помогло детям согласовывать свои движения. При ходьбе дети свободно координируют движения. Они могут ходить с закрытыми глазами. Стоять на костылях без поддержки друг друга свободными руками. И даже могут стоять без костылей, фиксируя руками коленные суставы. К этому времени они научились спускаться и подниматься по лестнице, правда, пока еще с посторонней помощью.
Наряду с гимнастическими упражнениями с девочками проводятся и школьные занятия. Психическое развитие детей протекает нормально и соответствует возрасту. Они учатся читать. Обучаются счету. Раскрашивают картинки. Хорошо вышивают. И все их рукоделия отличаются умением и аккуратностью. В январе 1957 года Маше и Даше исполнилось 7 лет. Поздравить детей с днем рождения пришли не только их сверстники, но все их взрослые друзья, весь большой и дружный коллектив медицинских и научных работников. Поздравить Машу и Дашу пришли также профессор Анохин, и профессор Попов. Дальнейшее развитие близнецов и умственное, и физическое, несомненно, будет идти под влиянием обоих факторов, гуморального и нервного. Первый из них однородный, а второй в соответствии с возрастом Маши и Даши претерпевает явное дифференцирование. Таким образом, в будущих исследованиях открывается широкая возможность для оценки нервных и гуморальных факторов психической жизни близнецов.